Ребята, всем привет! Ну что же, до Нового года осталось совсем пару часиков. И поэтому я хочу вас сегодня поздравить с новым 2023 годом. Поэтому, ребята, поздравляю вас всех с новым 2023 годом. Желаю вам всем здоровья, чтобы не болеть короной, не болеть просто обычной там простудой или заразой всякой. А то я недавно заболел, и у меня было всякое плохое. Ну, я не буду вам рассказывать, так как вы уже знаете, что я недавно заболел. Ну и вот пару дней назад уже выздоровел, слава богу. И это меня очень сильно радует. Поэтому желаю я вам только лучшего, чтобы с каждым днем было бы только лучшее и лучшее, чтобы настроение было бы хорошее. И просто, чтобы те, которые снимают видео в YouTube, в надежде просто там набрать хорошее количество просмотров, подписчиков. Желаю вам просто, если у вас сейчас 1000 подписчиков или меньше 1000, желаю вам не 1000 подписчиков. Я вам желаю 4000, 5000 подписчиков, чтобы вы набрали бы. Ну и просто, чтобы ваши мечты исполнялись бы, и чтобы все было бы в лучшую сторону. Поэтому я со своей кошечкой поздравляю вас с новым 2023 годом. Если вам понравилось мое поздравление, обязательно не забудьте поставить лайк, подписаться, если вы этого не сделали, и поставить колокольчик. Также, если вы хотите прокомментировать видео, обязательно комментируйте. Если будут отключены комментарии, комментируйте в другом ролике. Всех обнимаю, целую. Всем пока!